Прекратите тарифный садизм и требуем компенсацию за льготные перевозки. С такими лозунгами под зданием облсовета прошло сразу два митинга. Протесты, правда, оказались немногочисленными, собрав около 30 участников. Перевозчики, которые сидели на строгом карантине около 4 месяцев, требуют восстановить компенсацию за льготников и пересмотреть стоимость проезда. В областном профсоюзе работников автотранспорта заявляют, что в бюджете региона есть 4 миллиона гривен на возмещение, однако власть не спешит возвращать деньги. Согласно закону об автомобильном транспорте, перевозчики обязаны перевозить льготные категории пассажиров, а держава обязана, вернее, в виде органов исполнительной власти местного самоуправления, выделить такую компенсацию. На сегодняшний день в бюджете вместо 4 миллионов гривен перевозчикам за перевозку заложено 1 миллион. Поэтому мы направили обращение и губернатору, и областной совет, и депутатам, чтобы они присмотрели этот бюджет. Перевозчики также просят местную центральную власть пересмотреть тариф на пассажирские перевозки. Карантин серьезно ударил особенно по областным автопредприятиям, которые на деле оказались куда больше законниками, чем их коллеги по городскому транспортному цеху. Тарифы сегодня не соответствует тем затратам, которые он несет. Далеко не надо ходить, даже одной из составляющих ценовой политики тарифа на перевозки – это горючие смазочные материалы. Буквально за какие-то полтора месяца на 4 гривни поднялись, все мы видим, какие. А наши тарифы остались в том же. К сожалению, тут двойная такая, поднять тарифы тоже непонятно, даст оно экономический эффект или нет, поскольку, к сожалению, пассажиры сегодня упал, пассажиропоток упал. Перевозчики передали свои требования чиновникам обладминистрации и депутатам облсовета. Возможных пожелания будут услышаны в обозримом будущем.